Ну что ж, всем привет. Давайте сегодня будем все фотографии, которые у нас, все сохранились, сделаем в Одноклассники, ну, в Фейсбуке, ВКонтакте. Ну, я не знаю, это одно и то же, в принципе, как вы можете загрузить. Но сперва надо вам знать именно, где папка. Вот, например, у меня здесь она. Вот, ну, все мои фотографии здесь. Вот. Ну, запомнили, естественно. Ну, вот, все. Открываем наш Одноклассники, заходим в фото, ну, смотрим, здесь нет фотографии, ну, давайте просто создадим альбом, который вам надо, я не знаю, там, давайте такую, там, создаем, естественно, здесь вот фотографии, вот, загружаем. Здесь именно вы можете... Как всей кучей закинуть, загрузить, я имею в виду. Или можете просто-напросто, ну, поодиночке, просто-напросто. Вот так одну взяли, загрузили. Раз. Смотрим, загрузилось. Ну и то же самое также. В принципе. Узнаете уже, что ваш альбом, вот он уже, проще сказать. Ну, если вы хотите, чтобы у вас... отправили куда-то. Ну, да. У меня они есть, кстати, уже. Заново сделаем. Ну, здесь мы напишем что-нибудь. Ну, можно добавить опрос там за друзей. Ну, ну и все остальное. Можете так сделать. Применяем. И оно у вас полностью все появилось. Все фотографии ваши, они уже там. Ну что ж, пока. Не стесняйтесь, пишите, кому интересно, приглашайте друзей. Пока.